Сегодня у нас с вами очередная встреча. Да, как всегда, в последнее время она у нас идет по понедельникам. Вот, я вам благодарен за то, что вы нашли время, вот, и пришли на мой вебинар. Вот, и я думаю, не пожалеете, как всегда, да. Ну что, сегодня действительно красивая дата, 12-12-22. Вот, в какой-то есть в этом и красота, и в то же время, возможно, у кого какие-то планы сложились. У меня, допустим, очень много планов на окончание этого года и, конечно же, на новый 2023 год. Вот. Но я уже елочка в пути. Сегодня меня просили дети, но мы не успели нарядить. Было много занятий и, в частности, сейчас вот вебинар. Но я думаю, что это мы в ближайшее время исправим. Вот. Меня зовут Олег Тарасов. Я являюсь партнером компании Skyward Community. Вот. И наша компания создает действительно благодаря гению Анатолию Эдуардовичу Юницкому принципиально новую транспортную систему, экологичную, безопасную, комфортную, экономичную, как в производстве, так и в эксплуатации по сравнению со всеми имеющимися данными видами транспорта. И, конечно же, вот эта философия компании, которая действительно мы уже все заучили, что транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. И вот данная система, которая предусматривает перевозку пассажиров и грузов в отдельном пространстве, это в воздухе над землей, да, над поверхностью земли. Уникальность Анатолия Эдуардовича в том, что он не только это все разработал, придумал, но и 40 лет ходил как Моисей, но все-таки достучался, пусть не до сильных мира сего, но достучался до сердец простых людей, которые поверили ему, которые инвестируют в него. Конечно же, кто-то ждет уже быстрее дивиденды, не может дождаться, но в принципе, вы знаете, такая технология, которая с 2014-2015 года, если так уже взять, да, вот, стала развиваться, когда вот еще наш Алексей Наумович здесь в Мариной Горке закапывал капсулу. Вот скоро, наверное, уже будет как 15 лет, как пройдет, да, чтобы мне перескочило, вот. Но пока еще, скажем, до 15 лет даже далеко, а уже какие сдвиги, да, есть сколько всего интересного. Вот. Ну, конечно же, у нас в Беларуси здесь эта компания признана научной организацией Юницкий String Technology или струнной технологии Юницкого, да, вот, аккредитована и в Национальной академии наук, и в Государственном комитете по науке и технологии, и она занимается разработкой, проектированием, производством и тестированием эксплуатации транспортно-инфраструктурных комплексов в эстакадном исполнении. Да, действительно, у нас есть новый сейчас сайт, оттуда тоже можно черпать информацию. Это очень объемный, очень плотный сайт, много информации. Вот есть еще сайт у нас U-Sky Transport, это представляет там Олег Зарецкий, скажем так, его ведет. Это то, что сейчас у нас, скажем так, какие события происходят в Арабских Эмиратах, там больше освещается. Но, в общем-то, конечно же, сейчас самое главное большое движение идет, ну, скажем так, освещается больше в Арабских Эмиратах. Там много различных приезжает делегаций, там идет сейчас строительство двух трасс, вы знаете. Вот, мы сегодня это обсудим. Вот. Но в то же время очень много событий происходит у нас в Беларуси. Вы знаете, Надежда Косарева здесь встречает тоже много делегаций. Вот, чаще они даже сейчас в Беларуси приезжают. Вот, в общем-то, мы тоже с вами готовимся к одной очень важной такой поездке, да, это когда откроется трасса Рыбака. Я думаю, что в конце мы опять Лешу спросим, Алексея Наумовича, какие последние данные. Но, в общем-то, конечно, я знаю, что интерес огромный, и даже те люди, которые никогда не слышали про, даже у нас живят в Беларуси, про транспорт Юницкого, сейчас очень заинтересованы. У меня уже группа человек, наверное, из пяти уже просто в очереди стоит и ждет, когда, да. Вот, то есть им так стало интересно. Я думаю, их будет и больше. Вот, поэтому, если вы тоже
скажете кому-то из своих знакомых, что если ты не знаешь, поедем посмотришь, я думаю, мы с вами соберем очень большую представительную делегацию. Так что советую уже начинать это говорить. Вот. Ну да, действительно, транспортное решение это имеет несколько ключевых моментов, такие как безопасность, доступность, адаптивность, экологичность, энергоэффективность. Про каждый из этих пунктов можно говорить часами, вот, но, скажем так, мы это с вами уже делали, возможно, это будем еще повторять на каких-то офлайн мероприятиях, вот, но, конечно же, это все те преимущества, которые транспорт Юницкого отличает от всех других транспортов. И по стоимости это вот тоже очень важно в наше время, когда энергоресурсы, когда есть газовые, нефтяные войны, и, ну, не будем говорить о других, да, вот, но, в общем-то, действительно, на данный момент всегда бизнес считает любой предприниматель, всегда закладывает цену, сколько он должен вложить, сколько он должен получить, маржинальность и так далее, и так далее. И когда изначально сразу говорится, что даже трассы Юницкого в два раза дешевле, чем канатные дороги, и вы помните, что канатные дороги еще в обслуживании, они дороже, да? Далее, это в 10 раз дешевле, чем строительство легкого рельсового путепровода, допустим, как монорельс, да? И в 25 дешевле, чем 1 километр подземного метро, то, наверное, конечно же, здесь уже и человеку, скажем так, без особого высшего там образования и понимания понятно, что если есть яблоки за 10 рублей, а есть яблоки за рубль, но они вкуснее, там краше и аппетитнее, то, наверное, будет очередь стоять там, где за рубль. Поэтому, действительно, делегации поток не прекращается. Вот, мы с вами уже видим, неоднократно говорили о том, что уже есть переговоры и в Дубае, и в Абу-Даби, и, естественно, в Шарджа, как где находится научно-инновационный центр. Есть в Латинской Америке несколько стран, которые заявили о себе. Есть Индонезия, есть Вьетнам. Это все страны, ну, про Россию есть, скажем так, уже ходит, скажем так, неоднократно есть интерес. Да? Ну, естественно, вообще страны всего МЕНА региона, та же Саудовская Аравия, те же страны Северной Африки. Ну, в общем, сейчас я хочу сказать о том, что меня это тоже очень волнует. Я вам уже один раз говорил, что когда, будучи на производстве, я тоже спросил, а когда же все это можно успеть, можно это все будет сделать, то сказали, что и главное есть специалисты, а научить уже когда что-то есть, вы знаете, что это уже, скажем так, займет меньше времени, нежели это разрабатывать. Вот. Поэтому все замечательно движется. И вот под это дело, значит, здесь сейчас я вам расскажу о том, что 2 декабря, вот такой называется праздник в Арабских Эмиратах, Happy National Day, который отмечается уже на протяжении 51 года, в этот раз был 51-я годовщина. Вот. И всегда на этом празднике всегда, значит, его высочество, допустим, шейх, в данном случае Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум, который, значит, правитель Дубая, да, вот он всегда говорит о тех планах, которые планируется осуществить на ближайшие годы, то есть планирование. В Советском Союзе были пятилетки. Вот, то же самое, конечно же, есть и в странах, которые смотрят в будущее, да, как они хотят. И вот, значит, шейх Дубая, он заявил о запуске новой туристической стратегии страны, которая позволит Дубаю привлечь 40 миллионов туристов в год. Кто знает, сколько вообще локалов, как это по-английски, да, сколько местных вообще жители живет в Дубае, кто знает вообще, напишите, вот. Чтобы вы понимали какой-то объем, да, вот. И согласно этому плану будет реализовано, ну, наверное, уже загуглите, раз не знаете так сходу, но напишите, кто будет первый, будет премирован. Возможно, Алексей Нумович подарит календарь, я его уже тогда попрошу.
Вот. Итак, согласно этому плану будет реализовано 25 новых инициатив и политик для развития туризма. Также будут приглашены международные компании инвестиций. Никто не хочет календарь от Алексея Наумовича. Наверное, я получу. Так, итак, его высочество шейх Мухаммед подчеркнул важность туризма для экономики Арабских Эмиратов. И туризм является важной частью диверсификации нашей национальной экономики и важный вклад в укрепление нашей глобальной конкурентоспособности. Отлично, кто там написал, Алексей, запомни. Вот, и, соответственно, вот теперь представляете, какой вот 2,6, 2,8, да, там, ну, понятно, это местных. Сколько там работает, это понятно, там индусы, пакистанцы, там другие национальности. Сейчас вообще я знаю, что поехало много людей вот с Украины, с России, там, в общем-то, ну, вы понимаете, много кто, если есть деньги, переезжает, да, кто-то в Турцию, ну, вот в Эмиратах тоже сейчас бум строительства, бум вообще, скажем так, продаж недвижимости опять пошел, хотя предвещали, что после якобы Экспо будет уменьшение. Сейчас вот смотрю, мы даже вот с Алексеем спрашивали у нашей знакомой, моей подруги Мэри, как сейчас там с ценами на жилье. Так вот, сказала, что очень сильно выросли цены на жилье, именно съемное, и в два раза как минимум. Вот, поэтому вот, вот вам и, скажем так, спад. Никакого спада нету, идет, наоборот, увеличение. Да? Вот, поэтому туристов там увеличивается, количество, скажем так, резидентов тоже растет, поэтому все, скажем так, расширяется. И вот Unisky String Technology, UST, тоже поздравляет жителей, гостей, с этим праздником поздравил, да, и видите, тут говорится о чем, что Unisky Transport, U-Sky Transport может стать чрезвычайно полезным элементом туристического сектора Эмиратов, обеспечивая безопасное, удобное, экологически чистое и устойчивое транспортное сообщение как внутри мегаполиса, так и за его пределами. И вот тут получается, смотрите, я уже вам говорил, что если мы рассматриваем как метро, которое уже построено, да, которое действительно вдоль всего, допустим, Дубая длится, но опять-таки Дубай – это Дубай, Шарджа – это Шарджа, Абу-Даби – это Абу-Даби, там еще есть 4 Эмирата, которые я не назвал, да, и вот таким образом получается, как их соединить, вот, но если учитывается, что это можно продлить в метро, ну, вы представляете, 150 миллионов долларов за километр, либо, как у Unisky String Technology, 15 долларов за километр, кроме того, метро не разгоняется до скорости 150 километров в час, это во-первых, а если еще взять между Эмиратами, взять скорость 500 километров в час, то тут все конкуренты просто лапки кверху поднимают и так далее, это и в технические возможности, да, это скорость построения и это стоимость этого стройки, данной стройки. Поэтому мы должны понимать, что как бы там все это конкуренты не возмущались или так далее, они, в принципе, пока еще далеко-далеко позади, да. Поэтому вот такой вот прекрасный флаг Арабских Эмиратов, который вывешен действительно на вот этой вот станции, которая была построена, прекрасный дизайн, да, вот, и сейчас вы видите, там идут работы по натяжению уже струн, да, по которым будут двигаться юниконты и тяжелый пассажирский транспорт. Ну, вот под это дело уже, вы видите, уже не мы, скажем так, не с нашей стороны идет инициатива, уже сами телевизионщики, различные корреспонденты, ну, в данном случае это вот телевидение Шарджи приезжало, да, снимало репортаж, именно посвященный 51-й годовщине. И то, что немаловажно, молодежь вся, да, то есть вот получается университет Шарджи, который находится тоже американский университет, который находится в Шарджи, там тоже было мероприятие, там были деканы, там спрашивали, рассказывали, студенты тоже было интересно, то есть была целая такая экскурсия, которую сказали, показали, вот, ну, вы знаете, много их было разных, да, но в данном случае вот сейчас вот
Сергей Тарасов тоже там рассказывает, показывает. Вот видите, декан там на верхней правой фотографии так активно расспрашивает и так далее. Вот. Ну и студенты, как, в общем-то, было заявлено, вручили Unity String Technology благодарственные письма. Надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем, что в них написано. Но интерес большой, да. То есть это очень здорово, когда молодежь интересуется. Вот я говорю, что для меня, например, сейчас... Дочке моей исполнилось, я вам говорил, в октябре 18 лет. И до этого ее одна подруга где-то увидела репортаж и сказала, ты представляешь, у нас в Беларуси, оказывается, есть какой-то транспорт, который ездит на втором уровне и так далее. И вот я сейчас дочке своей говорю, ну вот вы занимаетесь танцами, вы занимаетесь, допустим, интересуетесь там, какие фильмы идут, смотрите какие-то каналы YouTube, да, вот. А сейчас, говорю, вот ты зарегистрирован, ты же можешь рассказать своим, допустим, подписчикам, которые там есть, или своим друзьям, с которыми ты встречаешься, о том, что ты стал инвестором таким, да, вот в такой транспорт. И поверь мне, что люди как минимум спросят, что это и как. И если еще под это дело мы съездим в Марьину горку, я думаю, что интерес вот молодежи, он будет возрастать, потому что это очень здорово, да, вот особенно сейчас снежная зима. И, конечно же, студенты везде, скажем так, радуются новым, скажем, возможностям, да, тут тем более есть возможность, когда этот транспорт будет шагать по всей планете, а вы уже инвесторы этого транспорта, у вас есть какие доли этой компании, да, у вас есть возможность развивать, потому что вот у нее, допустим, у Кристины моей есть подруга, у нее папа с мамой вьетнамцы, а вы знаете, что Вьетнам бьет все рекорды. И вот мы сейчас с Алексеем проходим тоже обучение, и получается, что у нас, скажем так, мы вместе с вьетнамцами проходим. То есть, получается, для них переводчик, мы по-русски. Вот. Но какие они продвинутые ребята, это просто фантастика. Рот открывается, как, когда они начинают, как они молодые, и они очень зажигают, они друг друга, они хватают человека. И то есть, там нам... Нужно поучиться, как они берут новичка, как они его сразу определяют, скажем так, в какой группе ему будет комфортнее. Есть у них и читательский клуб, есть у них там и клуб по интересам другим и так далее. И вот в этом помогают им развиваться, становиться. Поэтому у них очень много инвестиций. Люди благодарят. Люди, конечно же, сюда приезжали. Вот к нам в Марьину горку сейчас собираются. Представляете, для всех вот эта победа. Три человека, там Европа, три человека пускают. СНГ, все, три человека только могут выиграть по баллам, да. Ну, что там еще, Латинская Америка, три человека, а Вьетнам 10 человек, потому что у них и 10 мало, потому что они, я говорю, очень и очень активны. Ну, вот такие же активные люди и в Арабских Эмиратах учатся, смотрят интересно. Ну, вот я немножко отвлекся, но вам рассказал, что интерес молодежи большой, а это дорогого стоит. Кто со мной согласен, поставьте восклицательные знаки. Вот. Ну, теперь хочу вам рассказать о том, что был такой вот большой репортаж. Спасибо за восклицательные знаки. Был большой репортаж. Это на сайте uskytransport.com, да? Вот. И там мне действительно захотелось вот полностью показать, как вот происходит вот, значит, сейчас установка вот инновационных вот этих рельсо-струнной эстакады на строительном, на испытательном треке 4. Вы знаете, там планируется двигаться юниконты, при том расстояние между вот этими опорами, представляете, 288 метров. То есть вот это вот натяжение колоссальное там получается, 1800 тонн. Представляете, вот это вот если повесить грузик, да, вот это ты, боже мой, даже не знаю, как это представить. То есть вот мы берем там иногда, да, помните, безмен на 10 килограмм мы там взвешивали картошку там или морковь, вот, и тянули. Вот там 3 килограмма, 5 уже руку тянет. А если там 10, там уже, конечно, там приходишь. А тут 1800 тонн, то есть это 1 800 000 килограмм. Да, вот такая вот такое вот натяжение. Поэтому там все до миллиметров, вплоть до там, я не знаю, там какое должно быть вот это вот все, чтобы там это вот
скажем так, опора это стояла, анкерная одна, анкерная другая, и вот между ними такое натяжение, как я и говорил, что никогда не думал, что так красиво будут вот эти канаты лежать в такой вот связочке. Ну вот Анатолий Эдуардович все вот так вот, все красиво, четко, вот я не знаю, там действительно вот эта вот космическая программа, наверное, она будет осуществлена тоже с такой же педантностью, четкостью и, скажем так, красотой, я бы вот так сказал. Ну вот, и вот, значит, тут показано, что работы по предварительному натяжению пряди, их около 100 закончены, да, то есть вот помните, их там раскатывали, складывали, вот, и вот сейчас идет репортаж, вот там 9 будет слайдов, я вот вам покажу, значит, получается, вот смотрите, для работы на высоте, это Юнинский Стрелинг Технологий рассказывает, мы используем стандартные подъемники, таким образом подрядчик может быстро получить и быстро доставить оборудование на строительную площадку, да, то есть вот стандартный подъемник. Ничего там такого не изобретали. Дальше получается. Стандартное оборудование. Для нестандартного решения гидравлические домкраты, установленные на промежуточных опорах, заменяют 8 тяжелых кранов, что позволяет избежать больших финансовых затрат. Вот, вот эта вот фраза уже о многом говорит, потому что, смотрите, Анатолий Эдуардович всегда говорил, что не только важно сделать, вот как он рассказывал, да, сказали пояс на магнитной подушке, да, инженерам поставили задачу, сказали денег берите сколько надо, столько это, и они сделали, да, получается 6 миллиардов долларов, придумали этот пояс на магнитной подушке, да. Ну вот Шанхай построил аэропорт, центр Шанхая, да, 30 километров, все, и на этом все закончилось, потому что ну, такие деньги, миллиарды долларов в наше время никто платить не хочет. Вот Siemens на этом, да, красиво все сделал. Здесь, Анатолий Эдуардович, даже сейчас, находясь там и зная, что можно и это, знаете, нет, вот нашли такое решение, как видите, стандартное оборудование для нестандартного решения. Далее. Значит, получается, стропы, видите, придуманы тоже. Вот строительные стропы в качестве временных подвесок. Тоже решение. И с одной стороны, вроде бы элементарно, но это же надо было придумать, как это подвесить, вот эту тяжесть, да, вот получается. Это достаточно дешевое и простое в монтаже. Видите, и дешевое, и простое в монтаже. Решение позволяет формировать нижние пояса по дизайнерскому ходу. Композитные профили подошли к своим креплениям вокруг прядей. Алюминиевые профили повышают электропроводность, а компаунд, который внутрь загоняется, затвердевает в виде двух поперечных сечений, двух струнных рельсов. Опять-таки, просто, понятно, наглядно и эффективно. Далее получается, мне немножко не видно, так, значит, вот эти вот, да, высокоточные балки переменной жесткости, гибкие седла, я вот, кто видит, где они, вот они на переднем плане, вот видите, вот они такие, это помните, когда, как говорили, когда подъезжаешь к промежуточной опоре, чтобы не было вот это вот скачок вверх-вниз, и вот Анатолий Эдуардович вот такие вот придумал балки, когда они, получается, плавно ты входишь на промежуточную опору и плавно с нее съезжаешь. То есть нет вот этого скачка, да, как там на каждом подпрыгивали бы все. Вот эти балки тоже. И видите, они 20-метровые, изготовлены с миллиметровой точностью. Вот они здоровенькие, лежат на переднем плане нашего, на переднем фоне нашей фотографии. Далее получается, вот, уникальная оснастка, разработана опять-таки конструктором струнной технологии Юницкого для дополнительного крепления алюминиевых композитных профилей. Видите, тут тоже что-то такое сделано интересное, это вот тоже, как работает гений, да, мысли. То есть кто-то как сделать, как что, все. Все уже придумано, сделано индивидуально. Поэтому я говорю, когда говорю, кто-то повторит, боже мой, тут... Тут не то, что повторить, тут даже вообще иногда невозможно понять. А тут какие вот мелочи, но они все сделаны и в то же время помогают очень быстро вот людям, которые далеко не белорусы, да, вот они пакистанцы, либо они индусы, вот. Но они делают все это
видите, исправляются, да, под контролем ЗАО «Струнные технологии», там инженеров, под контролем лично Анатолия Эдуардовича Юницкого, но здесь, по крайней мере, я сейчас никого не вижу, потому что уже обучили, и они сейчас сами делают. Вот. Ну, здесь тоже, сейчас немножко уберу. Значит, конструкция оснастки обеспечивает свободный прокат по гусеничной конструкции с выполнением необходимого количества монтажных отверстий с заданным расстоянием и точностью. Вы видите, все тоже, все сделано, все придумано, новое приспособление, выйти сверху, едет, не надо это на себе, скажем так, тащить, а тут же все точно подмеряется, делается и так далее. Вот такие вот вещи. Далее получается обучение. Вот, кстати, персонала подрядчика занимает не более часа. Далее персонал USKY Transport только контролирует процесс. Не более часа. Вот, вот ответ на мой вопрос, когда я говорю, а вот если в этой стране, а если в Сальвадоре, а если и в Индонезии, а если там во Вьетнаме, а если там, а если, а если, а если. Вот, пожалуйста, видите, обучение, все, все отрабатывается, все сделано, все четко. И обучение всего час заняло данной вот этой вот, скажем так, функции. Так что меня это очень радует, то, что движется работы наши, и не надо нашим людям тоже выезжать, нанимать, потому что я разговаривал с одним человеком, который строит вот эти вот дома, как у Юницкого, то есть он, в общем-то, директор этой фирмы и делал вот дом Юницкого в Эмиратах, и он сказал, что мы сами поехали и собрали, потому что вот им было тяжело объяснить вот этим людям, которые там, вот мы, скажем так, собрали дом вчетвером, вот этот огромный дом, который находится. Ну, конечно, там были помощники, все, но, в общем, говорит, наши люди, конечно, лучше понимают. Так, а вот эти люди, видите, тоже поняли. Значит, Анатолий Эдуардович упростил настолько, чтобы было, бы, было понятно вот этим людям, которые сейчас трудятся и делают. Но я еще раз повторю, что это все идет под контролем, потому что, как сегодня, не сегодня, а недавно выступал Алексей Суходоев, здесь не должно быть вообще никакой ошибки. Если в Мариной Горке это все черновик, отрабатывал все там, смотрел все. Здесь уже идет чистовик, на чистовую работает. Конечно же, здесь велика ответственность, она просто колоссальна, понимаете? Поэтому Анатолий Эдуардович находится там, все контролирует сам, все делает. Поэтому я говорю, что, конечно же, это дорогого стоит, поэтому его душа болит, а мы вместе с ним, конечно, тоже помогаем ему мысленно, что все будет замечательно. И, конечно же, в этом мы убедимся в январе месяце. Надеюсь, что я там буду. Далее. Ну вот, этот день, вот он, видите, еще рабочий день закончился, но это еще не конец инсталляционного проекта. Но он так близок. Вот так заканчивается вот эта вот, скажем так, статья. Видите, все, солнце зашло. Работы уже приобретает вид того, что должно быть, да, потихонечку флаг висит, вот, и, скажем так, уже, ну, становится уже понятно, что здесь будет и как это будет вообще выглядеть в будущем, как на той картинке, да, которую мы с вами там смотрели. Вот, вот такой вот репортаж. Надеюсь, что вам понравилось. Ну, сейчас еще откопал, вот тоже вам интересно будет, вот иногда читаю вот этот вот, значит, такой сайт, называется «Русские Эмираты», по-русски про Эмираты, да, и вот нашел такую тоже статью, тоже она связана, это все, скажем так, с развитием Дубая, и вот называется статья «В Дубае будут строить 20-минутный город». Кто примерно знает, что такое 20-минутный город? Поставьте плюсики, если не знаете, поставьте троечки, вот там, ну, то есть, или десятки поставьте, если вы знаете, если, ну, в зависимости от того, сколько знаете, да, если не знаете, там, двойки, тройки, если знаете, десятки. Ну, я вам буду пока рассказывать. Значит, там получается что? Что утвердил вторую фазу, помните, мы говорили о том, что есть там транспорт, который должен решить проблему вот 40 миллионного притока туристов, да, 40 миллионов, чтобы перевозил в год. Представляете, какой напор? Ну, вот, плюс-минус, да. Ну, я сейчас расскажу. Вот. И в то же время эмир думает о том, как благоустроить и озеленить. Потому что, когда я вам говорил о том, что вот когда Леша в прошлый раз показывал, вот есть зеленые
вид, да, когда там все, транспорт движется по зеленому городу, и когда вот он урбанистически так настолько, что там ни травки, ничего, только все какие-то здания и все. И это, конечно, для человека все-таки имеющего животное вообще происхождение, потому что мы все равно с вами связаны с природой больше, нежели там с техникой и вообще вот с этими, с урбанизацией, да. Конечно, урбанизация плохо влияет на человека, вот если он не робот, конечно, да, вот. Поэтому, несмотря на вот эти все трудности, допустим, может быть, там с водой и так далее, ну, конечно, в Эмиратах этого не заметишь так. Но все равно зелени по сравнению с Белоруссией там очень мало. Так вот, решение сейчас благоустройства и озеленения городских кварталов. Развитие сектора недвижимости фермерских хозяйств. Сохранение городского наследия и развитие пешеходной сети. А также развитие плана обустройства 20-минутного города. Значит, получается, что говорится о том, что, ну, я могу предположить, я гадать сейчас не буду, есть там районы, где мы действительно только гуляли, но называется, например, такое интересное название, Blue Water, да, мы когда мне первый сказал, что за Blue Water, да, Blue Water, это значит, намыли они остров, там, где стоит вот это вот колесо обозрения, и Blue Water означает по-английски голубая вода, да, то есть вот на этом острове, это совершенно не было этого острова, намыли остров, там красивые поставили здания, там очень иллюминация красивая, вот это колесо самое высокое в мире поставили, да, там только пешеходный, там даже мостик туда на этот Blue Water, мостик такой тоже пешеходный, то есть там нету вообще никаких машин там нету, да. Вот туда переходишь. И вот это получается, я думаю, что это один из. И, потому что там тоже есть и жилые помещения, естественно, там и ресторанчики, кафешки, там посидеть, там все фотографируются, все. И вот когда мы приехали, мэри сразу сказала, так, едем на Blue Water. Я думаю, господи, куда мы едем? Ну вот, в общем-то, там такое место. И второе там, ну, не буду гадать там, а еще три новых будут построены в будущем. И вот главная цель Генерального штаба – сделать Дубай лучшим городом для жизни. Но я немножко покопался, чтобы немножко больше, потому что тут вот фотография только эмира этого, да, и, в общем-то, что за 20-минутный город. Но я покопался немножко в сети, вот, и нашел вам вообще, что такое. Значит, вообще 20-минутный город, там 15-минутный есть, 20-минутный город – это вообще понятие живого города, да. То есть это концепция, которая говорит о том, что городскому жителю, находящемуся в этом, живущем в этом 20-минутном живом городе, за 20 минут можно добраться в любую точку пешком, либо на велосипеде. Также, значит, к таким местам относятся магазины, школы, детские сады, парки, больницы, спортзалы, места работы и учебы. Концепция критикует, вот как у нас, допустим, деление городов на центр и спальные районы. Ну, в принципе, да, понятно, у нас в центре, допустим, там находится цирк, находятся у нас там дворцы, да, музеи, возможно, вот, и, ну, естественно, что это все надо обслуживать, там, приезжать, поэтому многие люди едут туда, из спальных районов туда, и тратят значительную часть дня на дорогу. Урбанисты же предлагают рассматривать город как множество районов, в каждом из которых есть все необходимое для жизни, да. То есть, в принципе, сейчас вот, допустим, в каждом районе всегда есть сейчас торговые центры, да. Раньше вот у нас был, допустим, там столица сделали, вот все ездили в эту столицу. Сейчас, вы знаете, столица вообще, она пустая совершенно, да. Ну, торговый центр столицы, подземный город, он пустой, потому что в каждом районе, в принципе, построили такие большие торговые центры. И зачем человеку куда-то ехать, если он за 5 минут заходит в этот центр, а туда надо, если еще метро нету, вообще как бы жесть туда добраться, да. Поэтому, в принципе, идут по этому пути, но все-таки вот эта вот концепция, она еще больше предусматривает. Значит, вот смотрите, вот такая, я нашел такую схему, вы видите здесь, тут либо вот транспорт предлагают пешком, велосипед, либо общественный транспорт, при том здесь я так предполагаю, что все-таки общественный транспорт, ну так как там написано вот эта точка, кстати, вот эта точка, да, она предполагает, что это будет транспорт, до которого ты тоже зайдешь там, допустим, пешком за 5 минут, но дальше он тебе переводит в другую, общественный транспорт, заметьте, да, вот, дальше, ну тут, соответственно, все вот можно магазины, различные там учебные заведения, соответственно, все вот эти вот спортивные, где-то поликлиники и так далее. Вот вам концепция. Естественно, что
линейные города Юницкого, они тоже самое предусматривают. Единственное, что там Анатолий Эдуардович километр на километр решал. Но суть та же, да, поэтому смотрите, очень многие начинают вот эту тему уже прорабатывать на очень высоком уровне. То есть те страны, которые действительно думают о своих жителях, думают о туристах, которым интересно, потому что все-таки ходить пешком, когда ты идешь, вот нет, воздух чистый, когда ты гуляешь, когда все фотографируются, когда все улыбаются, я говорю, это совсем другое, нежели ты идешь, когда тебе там надо через каждый там квартал останавливаться, потому что машина едет, там, и она тебе либо обрызгает, либо ты просто там где-то вот, ну, я, кстати, вот вчера шел, так получилось, ходил пешком, то есть у меня там было задание определенное, по 3 часа надо было ходить, и я вот сюда наушники, и вот иду и слушаю там, значит, мастер-класс один, там все слушаю, 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 и представляете, вот что значит человек, когда он сосредоточен. И идет, подходим мы к перекрестку, я вот так вот просто вижу боковым зрением, что там бабуля взяла и пошла, а оказывается, красный как горел, так и горит, и там люди, то есть эти машины на повороте как стали ехать, но я-то быстрее, чем бабуля иду, я увидел, что она пошла, значит, думаю, зеленый цвет, и пошел. И тут останавливается несколько машин, мне просто сигналит, я вынимаю наушники, я смотрю, оказывается, еще 6 секунд должен гореть красный цвет. В общем, и что я сделал? Я просто попросил прощения, а на самом деле вот что получилось, что я, в общем-то, понадеялся, что раз бабуля пошла, значит, и мне можно, соответственно, зеленый, а получилось, в общем-то, создал инцидент, да. Ну, извинился, слава богу, меня там никто даже матом не обругал, но просто моргнули, что не делай так больше. Но ситуация такая. Поэтому, конечно, когда вы гуляете, особенно когда с детьми, когда детки едут на этих, допустим, велосипедах, либо самокатах, конечно, это, а если еще несколько детей, один туда побежал, другой сюда, конечно же, ни о каком транспорте вот таком, который быстро ездит, который пересекается, конечно, всегда это очень неприятно. Ну и вот, таким образом получается, что предусматривают хотя бы одну станцию общественную, да, вот, и для связи с другим районом. Ну вот, почему бы здесь не какой-то там автобус будет ходить, да, а именно будет, вот я уже вижу, конечно же, транспорт Юницкого здесь. Ну и вот там есть, значит, 20 минут пешком, либо 5 на велосипеде, там километр, если там 3-5 километров, если там в дальней зоне театры, общественные центры, места работы, отдых. В общем, такая концепция. Есть ли такие города? Есть. Вот, допустим, один Утрехт называется, в Нидерландах такой есть город, и меня удивило количество населения. 330 тысяч население закрыт для автомобилей. Представляете, большинство людей путешествует на велосипеде, и стратегия такая, что к 2040 году развивать несколько городских центров, таких же вот, да, чтобы все люди могли добраться до необходимых услуг за 10 минут. Да, и получается, таких центров должно быть где-то 4, вот они будут расположены вокруг крупных транспортных узлов. То есть транспортный узел, вокруг него 4 вот таких вот узла, понимаете? Вот, а внутри только велосипедисты, да, вот. Ну, это такой город. Еще есть такой Портленд, ну, слышали наверняка, в США такой есть, да, там тоже. Они разделили вот концепцию 20-минутных районов таких, там тоже, что получается, что в каждом должно быть, то есть есть сейчас, они должны быть, да, магазины, школы, и к 30-му году 90% Портленда должны иметь доступ к базовым городским сервисам, да, вот к базам, как должно быть. И поэтому очень многие закрываются парковки, то есть, да, и вместо них чаще начинает ходить общественный транспорт. То есть, понимаете, вот все больше и больше такого вот получается, ну, как бы в мире складывается. Где-то есть, где-то взяли опыт, переняли, где-то ограничивают, вообще убирают парковки. Вот, и таким образом идет движение в сторону озеленения. Ну, вот сверху практически то же самое, что Анатолий Эдуардович предлагает, как мы все это видим, поэтому настолько это все здорово. Вот, и там тоже автор статьи задается, то есть объясняет, зачем все это. Значит, всего первое, это меньше авто, чище воздух. 20-минутный город предлагает отказаться от машин в пользу чистых способов передвижения и способствует развитию общественного транспорта. В данном случае общественный транспорт, если это будет U-Sky, это вообще будет фантастика. То есть там даже не надо вот эту вот асфальтную дорогу прокладывать, да.
Дальше. Безопасные улицы. На улицах, где приоритет отдан пешеходу, велосипедисту, происходит меньше автомобильных аварий. На узких улицах автомобилю сложнее разогнаться, вот, не слишком удобно ехать, а подталкивает горожан выбирать общественный, что подталкивает горожан выбирать общественный транспорт, либо велосипед, либо ходить пешком, что тоже полезно. Да? Далее получается. Лучше качество жизни. Подсчитали, что если каждый житель тратит 2 часа на дорогу, то за год накапливается полных 20 суток. Представляете? Вот 2 часа туда, час обратно, час туда, час обратно, час. Да? И за год это 20 полных суток просто вот только на дорогу, допустим. И это не считая того, что если вы, не дай бог, попали в пробки или там какой-то ДТП вы там простояли и так далее, ну, если на машине и так далее. Кроме того, получается, вот нидерландцы тоже посчитали, что вот благодаря вот этой вот велосипедной передвижению на велосипеде каждый год удается предотвратить 6500 преждевременных смертей. Тоже мы слышали от Анатолия Эдуардовича, который говорил, что до 1,5 миллионов людей умирают ежегодно на дорогах. Вот вам Нидерланды, вот вам, пожалуйста, велосипедные передвижения, да, вот. И получается соседская комьюнити. А, ну тут тоже говорится о том, что вот мама, папа, допустим, идет с ребенком, кто-то в колясочке, что, конечно, это спокойнее, когда нету таких автомобилей, тогда людям и с колясками свободнее, на инвалидных креслах и с тросточкой тоже легко перемещается. То есть это вот такая вот тема. Ну и мне понравилась тема, что соседская комьюнити, когда вот такое комьюнити, когда сосед знает соседа, все видят, знают друг друга, кто как и чего получается, то тогда вот эти добрососедские отношения в районе снижают уровень преступности. Ну я думаю, что это здорово, да, когда вы живете, даже я вам как хочу сказать, вот я живу в новостройке, мы когда-то построились, тут все люди не знали друг друга. Потом получилось, что у всех, допустим, были примерно, то есть не у всех, а у кого были дети, допустим, одного возраста, все передружились, мы тут и елочку ставили во дворе, и тут у нас два дома, скажем так, практически одновременно, да, и наряжали эту елку, и выходили из, скажем так, радовали детей вот этими фейерверками, и, ну, взрослые шампанское пили, деткам всякие сладости, Деда Мороза приглашали, вот. Но сейчас дети выросли, уже такого нет. Ну, вот я говорю, что сразу, когда это вот сложилось, было так. Ну, зато, получается, у моих детей, вот, скажем так, друзья и подруги, в общем-то, вот с коляски, да, когда еще вместе в песочнице сидели. Это здорово, да, поэтому друг друга знаем, и если, допустим, кто-то чего-то всегда, а где ваша дочь, там, ой, с моей пошла, не можем дозвониться, то есть до сих пор мы где-то так общаемся. Наверное, это тоже очень здорово. И когда какой-то чужак появляется в таком районе, уже понятно, что если что-то случилось, в первую очередь люди, наверное, могут подумать, что кто-то чужой это сотворил, а не сами, в общем-то, люди. Вот такие вот вещи. Ну вот, 20-минутный город, я думаю, вам понятно стало, это хочет Дубай, это уже ввели другие страны, вот, у нас это тоже делается, может быть, не в таких степенях, вот, ну, конечно же, я говорю о том, что все благодаря, скажем так, тому, что люди не стоят на месте, все это развивается, и наша, конечно, с вами задача это тоже рассказывать, потому что, я думаю, каждый из нас захочет, в принципе, жить в таком 20-минутном городе, где перемещение, не надо никуда там бежать, ездить, если все будет зеленое, если будет красиво, ну, как Анатолий Эдуардович рассказывает про линейные города, это все то же самое, да, вот, поэтому, наверное, мир будет меняться и гораздо быстрее, чем некоторые думают. Вот, ну, и вот под это дело, я не знаю, я так понял, что не все получили такую, да, вот, Share New Year, ну, ввели такую опять предновогоднюю акцию. Я посмотрите у себя в кабинетах, вы все люди активные, наверняка вы тоже могли победить. Вот, если у вас такого не будет, то наверняка будет у вашего спонсора, который, может быть, лучше поработал, чем вы, и он может подарить вот 3 купона. То есть, если вот помните, такие были, да, то есть, получается, один к 80 дисконт,
Можно, если вам подарят, можно на 250 купить, можно на 500 купить, можно на 1000 купить. Ну и самому можно купить, если, допустим, такая, вы инвестируете, продолжаете инвестировать. Вот. Поэтому я думаю, конечно, для многих белорусов, которые видели другие дисконты, это не очень большое. Но с учетом того, что сейчас дисконт получается, извините, там 1 к 30, даже меньше, то 1 к 80 – это очень хороший новогодний подарок. Вот. Поэтому посмотрите в кабинетах, вот, если что, поспрашивайте своих спонсоров, вот, и, скажем так, продолжайте, то есть продолжайте инвестировать и, скажем так, ждать новых новостей. Вот. И в конце еще расскажу, что вот, как я уже в прошлый раз говорил, что нет ничего невозможного. Вот, меня сейчас очень радует то, что, скажем так, от Латинской Америки победители уже, скажем так, одна моя сестричка, вторая на подходе сестричка, Аня тоже, скажем так, выиграла золотой вот этот вот, золото сделал. Ну, там я еще не знаю, кто там, потому что там очень еще до, в последние дни тоже борется. У нас, конечно, в СНГ это там творить чудеса Кыргызстан, как в прошлый раз вы помните, с ними очень тяжело бороться, потому что вот там потилась еще один человек, Жанаргул, вот, они уже сделали в два раза больше, чем вообще надо, представляете, в два раза больше, то есть они два раза выиграли вот этот золотой тур, и поэтому, ну, вообще у них очень мощная команда, они даже сейчас поехали во Вьетнам, потому что они говорят, мы хорошо работаем, но вьетнамцы лучше, мы поедем за обменным опытом. Вот какие активные у нас партнеры, да, ездят друг к другу в гости и хотят обмениваться. Поэтому мы с вами должны все-таки немножко встряхнуться. Да. Я надеюсь, что вот эта вот поездка в Марину горку, она многих, скажем так, оживит. Да. Вот. Поэтому я надеюсь, что это будет в декабре. И мы с вами можем тогда воспользоваться вот этими еще акциями, отдохнуть хорошо, поздравить друг друга с наступающим 23-м Новым годом, да. И, в общем-то, действительно подключить еще новых партнеров. Поэтому помним вот это вот, да, мурзилку, да, которая, и вот эти вот красивые картинки, которые стали уже явью. Вот, благодарю. У меня на сегодня все. Если есть какие-то вопросы... Вот, или Алексей Нумович. А Алексей, кстати, сейчас нам скажет, что он слышал про последние новости. Да, Леш? Да, да. Ну, мы по-прежнему ждем трассу нашего рыбака. Вот, новостей пока не получали. Нам сказали, ну, мне, по крайней мере, пообещали, что как только будут понятны сроки, мне сразу же об этом сообщат. Хорошо. Поэтому, кто смотрит наши вебинары, тот первый узнает, когда мы едем. Так, тут ты уже... там, кто ответил про количество жителей местных, ты, пожалуйста, календарик, потому что я пообещал, я думаю, что на, вот я на буду. 23, на 23-й год уже, да? Потому что меня... Ну да, ну, на 22-й. Думаю, на 22-й не надо дарить. Хорошо, Леш. Да, да, да. Вот, ну, по поводу, да, поездки сказали, уже даже формируется некая очередь, вот, ну, и ну, среди новичков, вот, поэтому тут даже сегодня с Аленой разговаривал, говорю, ну, вы, может, уже там формируете как-то, ну, или там регистрируете там потихонечку, там напитываете, чтобы люди уже ехали не просто так вот, ну, в никуда, а чтобы уже конкретно было понимание, для чего они едут, и чтобы вот эта поездка, она уже была как уже, ну, как какая-то такая точка финальная, вот, в принятии решения. Да. Вот. Поэтому, да, информируйте. Вот. И тут сегодня тоже встречался с очень одним из ветеранов наших Skyway. Кто знает, может, Игорь Черный. Вот. И да ты что? Он, ну, да, расскажи, Леш. Да, и вот сегодня тоже пообщались, повспоминали, как мы закапывали капсулу. Вот несколько, пару лет он уже немножко так, ну, в наблюдателях, вот, но вот сегодня он, как это говорит, хотел побыть пассивным инвестором, но что-то вот не сидится на месте, хочется какой-то движухи. Здорово. Что-то хочется, да. Ну, поэтому тоже вот тут в планах выйти вот и как-то начать активнее чуть-чуть,
Какую-то приносить еще дополнительную пользу Ну, здорово, что проекту. так люди, да. Да, хотя человек тоже вот возраста юницкого, вот и такой же достаточно опытный полковник, полковник. Вот. Ну, так что вот такие дела. Спасибо, Леш. Ну что, вопросов нету? Никак не могу, у меня что-то не листается, Леш. У тебя вот никак не... У меня выскакивает, кто победитель стал календарика. Так, Потому что у меня календарик. почему-то не выскакивает фамилия и Там, имя. где 2,6, 2,8, Да. Василий Вот у меня... Харевич. А? Василий написал. Вот. Так что, Василий, поздравляем вас. Вот. С Алексеем востребуйте, если что, пишите, говорите. Вот, вы Ну, стали это уже, сегодня. да, где-нибудь в январе, я думаю, что мы календарики Ну, как раздобудем. будут календари, Да. так, конечно. Так что мы вас поздравляем. Давайте, мы поздравляем вас. Вот, за вашу активность спасибо. Вот, так что, дорогие мои, в общем-то, мы тоже очень ждем этой поездки. Мне кажется, вот все-таки интересно, когда в свое время я тоже проехал на транспорте у нас в Мариной Горке, конечно, это дорогого стоило, когда впечатлили, когда это впечатляешься, тут тем более трасса уже на чистовую делается, да, то есть вот поэтому она красивая, вот она у нас тоже на этой картинке представлена, вот я думаю, что тоже будет интересно. Но я говорю, что у меня лично с моей стороны, моих знакомых, со стороны моих знакомых интерес огромный, вот поэтому надеюсь, что у нас соберется большая дружная команда, мы поедем, отметим, и пусть все нам завидуют. Да. Вот. Такие дела. Вот. Хорошо. Вопросов нету. Да, Леш, может, что-то еще что-то хочешь сказать? В Да, принципе. вроде нет. Погода хорошая, снежная. Да, погода снежная, настоящая зима. Да, это здорово. Это здорово. Вот. Не всем, конечно, водителям авто нравятся такие дороги, но я говорю, что давно не было такой снежной зимы. Это здорово, да. Вот. С наступающим вас Новым годом. Еще, конечно, рано, но декабрь надо, в общем-то, потрудиться. Вот, Ну, чтобы, может декабрь быть, еще... пролетит быстро, я думаю. Да, пролетит быстро, и там уже, я думаю, что очень интересные будут события. Вот. Всего хорошего. Да, спасибо, Алексей. Да, спасибо, Вот. Олег. Как вам Спасибо. идея 20-минутного города, Алексей? Ну, мне нравится, да, тут. Ну, видишь, очень много названий разных, да, вот, ну, Ну, я думаю, что это, кластерный, да, там да, кластерные 20-минутный. города Юницкого, линейные города, это все, в общем-то, как ни назови, но люди хотят жить действительно на природе, быстро перемещаться, много ходить, да, ездить на велосипедах там, допустим, а если куда-то надо доехать, то есть для этого замечательный транспорт Юницкого. Так Да. что эту идею продумываем и воплощаем, скажем так, по всему миру. Все. Спасибо. Да. Всего хорошего. Все, да, всем пока-пока. До свидания.